Бесплатно получить землю под строительство жилья смогут жители Ульяновской области. В региональном департаменте госимущества подготовили изменения в региональное законодательство. Теперь любой гражданин нашей области может получить в безвозмездное пользование участок земли в отдаленном районе региона на срок до 6 лет. На этом участке люди смогут вести подсобное крестьянско-фермерское хозяйство или просто построить дом. Законопроект четко прописывает, что люди, получившие земельный участок, на протяжении 6 лет не будут оплачивать никакие взносы, ни земельный налог, ни арендную плату. По истечении 6 лет в случае строительства жилого дома данное лицо сможет приобрести земельный участок как собственник этого здания. Получить землю человек может только один раз, и если за 6 лет на участке не будет построен дом или ферма, то государство участок заберет обратно. В первую очередь это стимулирует людей возвращаться вот в эти отдаленные районы и заниматься деятельностью, потому что то, что мы видим сегодня, как правило, на вот этих вот, хотя и земли-то имеют государственную или муниципальную собственность, там, как правило, никто ничего не делает, растет бурьян, а если будут появляться активные люди, у нас есть шанс, что вот эти села будут становиться востребованными, незаброшенными, там будет появляться хозяин. Пока на данных условиях земли выделяются в 7 районах области. Базарно-Сызганском, Барышском, Николаевском, Новом Илоклинском, Павловском, Радищевском и Старокулакинском.